Всем привет! Сегодня 2 октября 2021 года, и в Киеве состоится марш за Киев, на котором будут подняты проблемы экологии, урбанистики города Киева, который поднимет проблемы озеленения города, дорог и тому подобное, инфраструктуры полностью нерабочие, так сказать, нерабочие вопросы, которые не поднимают, так сказать, власти Киева. Кличко, который практически отстраняется от многих проблем в городе. Проблемы с мусороперерабатывающими этими заводами, которые загрязняют Киев. Вот такие вот будут подняты проблемы на марше за Киев. Старт этого марша состоится на площади Конституции возле Верховной Рады Украины. Участники марша пройдут по улицам города Киева и будут скандировать свои лозунги с надеждой на то, что власть Киева, власть Украины, так как эти проблемы касаются многих городов в стране, услышат их. Я тоже присоединяюсь к этим требованиям, так как проблемы Киева тоже меня волнует и затрагивает как жителя этого города. Всем хорошего времени суток. Кто может, присоединяйтесь где-то на 3 часа вроде бы. Уже вроде начинается. Так что до новых встреч, ребята. Всем хорошего времени суток.